Дорогие друзья, с вами как всегда системный блок, и в этом видео я покажу, как установить, но в моем случае переустановить Windows 8 и 1. Переустанавливаю, потому что у меня на этой Windows возникли некоторые проблемы. Так, поехали. Так, для начала, чтобы не потерять свои данные, нужно переместить на один диск то, что вам еще нужно, а на другой диск всю Windows старую. Вот смотрите, новый том D, у меня здесь находятся файлы, которые мне еще нужны, они у меня сохранятся, а локальный диск C, там у меня находится Windows, она удалится. Так, приступаем. Для начала нам нужно скачать ISO файл. Вот, переходим, пишем в браузер любой, скачать Windows 8.1, переходим по первой вкладочке, ссылку я оставлю в описании, конечно. Вот, да, на такой сайт, скачать образ диска с Windows 8.1. Выбираем выпуск, я выбираю Windows 8.1 для одного языка, подтвердить. Теперь нужно выбрать язык продукта, я, конечно же, русский выбираю. Подтверждаем. В данном случае я выберу 32 бита, потому что у меня оперативки 2 гигабайта. Если у вас больше оперативки, значит вам нужно 64 бита. Нажимаем скачать. 32-битную. Загрузка пошла. У нас здесь почти 3 гигабайта, так что я ставлю видео на паузу, а потом еще вернусь. Так, образ у меня скачался, вот он, Windows 8.1. Теперь нам нужно скачать программочку, называется она UltraISA. Пишем в строку поиска «Скачать UltraISA» и переходим на первую вкладочку. Вот нас перебросит на этот сайт, ссылку также оставлю в описании. Теперь нам нужно выбрать свою Windows. У меня есть Windows 8.1 установлена, нажимаем. И в файлик скачиваем. Нажимаем «Скачать». Здесь левая кнопочка. Вот она, загрузка пошла, сейчас скачается. Так, пока у нас устанавливается она, нам нужно вставить обычную флешку. Флешка должна быть не менее 8 гигабайт. 8 гигабайт и больше. Вставляем просто ее в компьютер. Итак, программа UltraISA у нас установилась. Открываем ее теперь. Вот она у нас. Нажимаем файл. Открыть. И вот нас сразу перебрасывает туда, где у нас скачан образ. Вот этот образ нам нужно открыть. Сейчас она загрузится. Все загрузилось. Теперь нажимаем самозагрузка. Записать образ диска. Так, вот у нас открылось окошко. Теперь в этом окошке вам нужно выбрать флешку, на которую вы хотите установить образ, которую вы хотите устанавливать в Windows. Нажимаем «Записать». Здесь нажимаем, что на этой флешке все будет стерто, форматировано. Нажимаем «Да». Итак, все, прошло у нас 14 минут. Загружено 100%. Вот написано «Теперь закрываем». Все окна, и все, у нас создана загрузочная флешка. Теперь переходим к следующей части. Итак, у нас создана загрузочная флешка. Ну, а теперь у нас флешка в компьютере. И перезагружаем компьютер. Когда пойдет загрузка, нажимаем Delete. Много раз. Вот сейчас именно нажимаем Delete. Переходим во вторую вкладочку. Hard Disk Boot Device Priority. И выбираем вот эту USB флешку. Нажимаем дополнительный плюс. Она у нас переходит выше на настройку. Нажимаем назад. И здесь у меня уже установлена USB FDD. У вас будет жесткий диск стоит, короче. А надо вот этот USB FDD. Все, выбираем. Нажимаем F10 и Enter.
у нас началась изначальная загрузка, но уже с флешки. Итак, у нас вылезает такое окошко. Здесь нужно выбрать язык, но у меня же русский выставлен, так что нажимаем просто далее и установить. Начало установки. Так, здесь нужно навести ключ. Если у вас нет ключа, пишем в любом браузере ключ для активации Windows 8.1. Итак, я ввел ключ, вот этот вот. Теперь дальше переходим, я принимаю свою лицензию и нажимаем далее. Здесь нужно выбрать выборочно, только установка Windows для опытных пользователей. Выбираем. Здесь выделяем раздел и форматируем его, в который будет установлена Windows. У меня это вот этот самый большой раздел. Нажимаем форматировать. Нажимаем ОК. Все, он проформатирован. Нажимаем теперь далее. Теперь у нас будет копирование файла Windows, потом подготовка файла для установки, установка компонентов, установка обновлений. Теперь просто ждем. Я поставлю на паузу. Так, подготовка файла для установки подходит к концу. Дальше у нас будет установка компонентов. Она будет довольно-таки быстрая. Все, она уже прошла. Теперь установка обновлений. И сейчас, когда начнется завершение, и будет показываться, что сейчас компьютер перезагрузится, нам в это время надо будет успеть вытащить флешку. Так, готовимся. Все, вытаскиваем флешку. Все, флешку вытащил, теперь у нас идет перезагрузка компьютера. Теперь он уже загружается с основного жесткого диска. Выбираем первый Windows 8.1 на том 3. Идет подготовка устройств. Все, компьютер перезагружается. Так, теперь у нас идет настройка, персонализация. Здесь можно выбрать цвет любой. Итак, все, я завершил персонализацию. Там довольно все-таки просто. Просто нажимаем далее, цвета выбираем. Уже обновил драйвера на видеокарты. Вот картинка у меня хорошая, все обновлено, все работает. Ну а с вами был системный блог. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.